У дороги без начала, никуда и ниоткуда, птица пестрая кричала: будет чудо, будет чудо. И я вспомнил, как деревья тянут ввысь свои ладони, как в апреле пахнет верба, как в апреле пахнет верба, как в апреле пахнет верба, как руками небо трогать. Стоя вдвоем на крыше, рвать виноград созвездий. Такие слышать, чтобы рождались песни. Караван плывет над миром, караванщик держит лампу разноцветными чернилами, чертит карту, вот спираль его стекает, капля ярко-голубая, и бушуют океаны. И бушуют океаны, и бушуют океаны, и бурлит волна морская. Маленький наш кораблик с белой трубой в полоску ищет, куда причалить, ищет родной свой остров. Вот штрихом зеленым ровным новый холст покрыт умело. Будет поле, будут горы, он раскрасит горы белым. Плачет облако от счастья, выплывая из-за леса. Моя дочь поет, я Настя, я принцесса, я принцесса. А на ее короне из золотых колосьев солнце горит огонь, небо сверкают слезы. У дороги без начала, никуда и ниоткуда, птица пестрая кричала: будет чудо, будет чудо. И я вспомнил, как деревья тянут ввысь свои ладони, как в апреле пахнет верба, как в апреле пахнет верба, как в апреле пахнет верба, как руками небо трогать. Хвойная постель, сосны машут лапами, дождь тихонько капает, льет водицу зернышко, чтобы стать синей. И медведи облака греют серые бока, в теплых ласковых лучах тает их печаль, тает их печаль. Барабанят капельки по листу,
лоточкам маленьким, деревянным лодочкам, веслам и бортам. Барабанят там-там-там, приходите к нам, к нам, к нам. Есть у нас на небесах дивные леса. В них деревья белые, в кронах птицы смелые, песни вещие поют про судьбу твою, про судьбу твою. Светлячки пляшут в небе, звездочки уплывает по волнам, круглая луна уплывает за морем. Небо с нею надобно, чтоб тебя в конце пути где-нибудь найти, где-нибудь найти. Есть такая новость. У нас Илья Кудряшов, наш музыкант, который играет на народных духовых инструментах, устроился работать в театр Терезы Дуровой. И там участвует теперь в постановке «Волшебная мельница Сампа». Это такой детский спектакль. Вот. Я могу сказать, что детских спектаклей лучше я не видел в своей жизни. Да, и состав музыкантов там на сцене: Олег Моряхин из проекта «Инны Желанной». Там куча известнейших людей, там карельские вокалистки настоящие. Так что, если у вас будет возможность, сходите обязательно. И, собственно, там звучит музыка настоящая, живьем, 12 человек, оркестр на сцене. Тут среди них наш Илья. И сама постановка сделана по сюжету «Калевалы». Вот. Ну, а это предисловие, собственно, неспроста. Я тоже сейчас спою песню, которая написана благодаря Карелии, карельской земле и, в частности, этому эпосу. Звезда на кромке весла сгорала, не радуя. К сестре Айна брат приходил, до утра сидел у двери, у открытой настежь двери пел колыбельные. Младший серый брат пел, да выл, в черном небе спутник летел.
А под ним корабличек плыл, палубы белые. Ай, ай, кого будешь в дом закликать? Не спеши в ладонях ломать веретено свое. Ай, ай, в полноте тебе горевать, скликать черных воронов наш не вьет. Старший бурый брат все серчал, горевал, ревел, да рычал. Год назад забрать обещал, да верно забыл. Айна, айна, где зимой поземка метет, там гуляет мать росомах, ищет Сахатова. Айна, айна, там тебе теперь бережет белое зерно в закромах вьюга. Крылатая. К милой Айне муж приплывал, ей в лицо глядел из воды. О чем-то долго молчал, бил плавником. Ничего опять не сказал, лишь исчез за камнем седым. Видно, приберег слова на потом. Айна, айна, где петляет Нурмис река, там твоя тропа далека, морожкой вышита. Айна, айна, вдалеке гора. Той горы плывут облака горние, вышние. На столе корвалол, и дурацкая кукла.
словом валялось в углу. Не продашь, не подаришь, выбросить жаль. Зря стонала доска под резцом, и напрасно на верстак скрипела в углу. Иногда он во сне с ней о том говорил, виновата с плохим переводом скрижаль. Я как мог, так по ней тебя и мастерил. Я как мог, так по ней тебя и мастерил. Из того, что без дела лежало, с колпаком дурака, но улыбка чужда деревянному рту, но улыбка чужда деревянному рту. Незаметно в его уголках своим подходил лишь с добром. Как-то утром кинжально ужалила жизнь, потащила за крюк под ребром. И тогда он упал перед мутным окном и уставился в небо ножа, пепелище в груди, в висках метроном. Невозможно дышать. Он спросил, отчего мои слабые персты, когда я прикасаюсь к земле. Почему мое сердце и мысли пусты, когда я обращаюсь к тебе? Для чего мне без брода до гроба брести через сумрачный стиг с Рубикон и Каяву? И ответил Творец, если можешь, прости. Ответил Творец, если сможешь, прости. Я как смог, так тебя и смаял.